Рассмотрение уголовного дела об убийстве полковника Андрея Гошта и его семьи отложили до 10 февраля. В Самарском областном суде сегодня должны были пройти малые прения, но заседание не состоялось. Причина – прекращение полномочий адвоката Олега Забенкова, который представлял интересы Ислама Бабаева. Теперь по закону подсудимому дано 5 дней на поиск нового защитника, иначе ему его предоставят по требованию. В любом случае адвокату будет необходимо какое-то время для того, чтобы ознакомиться с материалами дела, а это 81 том.